За более чем полувековую историю международный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена» превратился в настоящий форум музыкального искусства. Он включает множество мероприятий, интересных и доступных профессиональному сообществу и поклонникам музыки. Впервые в этом году фестиваль открылся одновременно на 7 концертных площадках региона – в Ульяновске, Димитровграде, Сенгилее, районных поселках Старая Майна и Николаевка, Радищевском и Ульяновском районах. Ансамбль «Академик Бенд» сегодня представлял джаз в Радищево. Ульяновский симфонический государственный ансамбль был в Старой Майне. Ансамбль «Арт-квартет» – наш струнный ансамбль, представители и артисты симфонического оркестра. Мы сегодня были в детском доме в Ивановке. Народный оркестр встречал районный поселок Николаевка. Центральной площадкой фестиваля по традиции стал Ленинский мемориал. В Большом зале Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал» представил шоу-программу «Блеск Азии». Сегодня мы сможем провести такое путешествие по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Это будет и Китай, и Тайвань, и Таиланд, и Япония, и Монголия. Чуть-чуть захватим Байкал, частичку Байкала, Бурятии вы увидите. И все костюмы, и все танцы – это, конечно же, исконно танцы тех регионов, в которых мы показываем танцы. Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» был создан в Улан-Удэ в 1942 году. Изначально это был ансамбль «Филармония». А в 2005 году он преобразовался в театр. В его состав входит Национальный оркестр Республики Бурятия, балетная труппа и солисты-вокалисты. Гостей фестиваля и зрителей поприветствовал губернатор Сергей Морозов. Лучшие коллективы, лучшие солисты. Не только из Советского Союза в свое время, не только из Российской Федерации в свое время, а сегодня уже со всех континентов нашего мира здесь перед вами выступают. Фестиваль будет идти почти полтора месяца. Важную роль в нем сыграет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский. В течение фестиваля симфонический оркестр даст 8 концертов, причем программа совершенно разнообразная. Ну, на большой сцене мы начинаем практически через неделю, 7 марта, мы представляем оперу «Тоска» в концертном исполнении. В концепцию фестиваля заложены важные юбилейные исторические даты. 75 лет победы в Великой Отечественной войне, 150 лет со дня рождения Владимира Ульянова Ленина и 50 лет со дня открытия Ленинского мемориала. Они нашли отражение в крупных международных выставочных проектах. Самым центральным событием для музея, конечно, станет научная конференция. Конференция состоится ближе к концу фестиваля, это 21 апреля. Посещение конференции будет открытым. Мы ждем действительно очень много гостей на конференцию. Это и наши коллеги из других ленинских музеев, и ученые из зарубежных стран. Оффпрограмму фестиваля составят образовательные и просветительские проекты для преподавателей и учащихся музыкальных и общеобразовательных школ, творческие мастерские исполнительного искусства и музейных профессий. С 24 марта по 5 апреля в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества состоятся концерты для детской аудитории. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.